Добрый день, мои дорогие подписчики и подписчицы. И уже как по традиции, то есть в свой первый выходной день, я всех приглашаю на стрим. Вот, стримы, скорее всего, будут долго, потому что ночью все равно возможности у меня записывать реакции не будет, так как сосед вернулся. Вот, поэтому будем стримить. Скорее всего, что на стриме мы сегодня посмотрим аниме «Твое имя». Вот, посмотрим, повлюбляемся, поплачем, может быть, а может и не факт. Вот, ну и поиграем в эту игрушку Plague Tale, о которой я говорил в прошлый раз, и в которую так и не поиграл. То есть, не знаю, какое-то проклятие на этой игре, все никак не могу начать ее и пройти от начала и до конца. Вот, если я сперва запущу, получается, стрим на Твиче, запущу я его где-то в районе от 8 до 9, ну, где-то пускай к половине девятого по московскому времени. Вот, если в половине девятого я запущу и до 9 на стрим придет, ну, хотя бы человек, получается, 6, ну, человек 6, если будет, да, то тогда посмотрим по-любому вот аниме «Твое имя» первым делом. Вот, если же шестерых не будет, вот, то есть придет меньше до 9 часов, то тогда, скорее всего, будем играть в Plague Tale сразу же, без просмотра аниме. Если потом люди подтянутся, то переключимся на просмотр, как-то так. Вот, и еще, напишите в комментариях, то есть я могу, получается, если будем смотреть аниме, то, естественно, этот стрим будет только на Твиче и никак не на Ютубе, вот, чтобы не было никаких, чтобы меня не заблокировали за эти авторские, да? Вот, а если играть, то могу запустить стрим на Ютубе, в принципе, вообще без проблем. Вот, поэтому напишите в комментариях, где, как и что лучше. Вот, ну и увидимся, получается, 8:30, так что я с вами не прощаюсь.